О, вот это номер, Зина. Она у нас сама стоит? Да. Давно сама стоит. Ну, давайте, покажите нам, как вы можете это делать, а? Вот это да, это уже для истории, Зина. Это уже стало историей. Это стало историей. Ну, не то, чтобы давно, Зина, ну сколько, ну месяц, наверное, первая попытка была, да? Да. Назад. То есть где-то в середине мая у нас была первая попытка встать. Опять же, с помощью мамы. Сами мы еще не пытаемся это делать. Но вот так вот... Она, в принципе, я просто ставлю тихонечко. Стараемся, стараемся. Изо всех сил стараемся. Лизка, улыбайся. Ты же можешь это делать. Будущая звезда. Ну, давайте. Перед камерой мы этого еще не делали. Такого номера мы еще не показывали перед камерой. Не, не показывали. Зин тут на днях приняла решение, будет свой видеоблог вести по поводу развивающих игр и занятий с маленьким ребенком. Да, Зин? Да. Сейчас найду материал зеленый. Готовлю методики и просто буду вставлять на YouTube свои ролики. Все-таки я сама мама уже год, я учусь в институте, работала в коррекционном центре почти 4 года, поэтому у меня опыт работы с детьми есть, так что буду делиться своим опытом и опытом тех, кто до меня что-то разрабатывал. Все.